Flower Garden. Щелчок Таноса. Почему мне музыка напоминает «Это Сан-Франциско, город стиле диско»? Нереально. Всем привет, Кас Тало здесь, и у нас опять Кас. На этот раз «Как приручить дракона». Смотрел все части «Как приручить дракона». Из всех трех частей мне нравится только третья часть. В этом плане у меня такая же ситуация с «Ледниковым периодом», в котором мне тоже нравится третья часть. Вот. Но здесь у нас пока на первую часть. Будем ждать и, соответственно, и на вторую и третью тоже. Короткометражки какие-то видел по «Как приручить дракона», но не все. Мультсериалы я его вообще не видел, потому что, ну, такое себе, если честно. Вот. Особенно самой запоминающейся короткометражкой для меня является про костяного дракона. This is Burke. И на него напали драконы. И вот викинг. Он избранный. И он должен помирить драконов и викингов. Драгон лор, серьезно. АВП. Ночная фурия. Ну, по-нашему это беззубик. Ну, кому как. Астрид. Друзьяшки. Беззубик. Который чем-то напоминает домашнего черного кота, если присмотреться. Не, серьезно. Усов только не хватает. А так, да, он беззубик. Туфлес нахрен! Ладно. О, Йоши. Flower Garden. Щелчок Таноса. Почему мне музыка напоминает «Это Сан-Франциско, город стиле диско»? Нереально. Не до Змей Горыныч. Ну и не до Гидра. Чё, тоже? Гангнам Стайл, ну ладно. Опа, Гангнам Стайл. Кто-то, кстати, может даже вспомнить при просмотре «Как приручить дракона, сердце дракона». С Куртом Расселом вроде там играл. Да, я починил твой хвост, и тебе ты можешь летать. Правда, он искусственный, это похер. Это как, словно, это все равно, что починить хвост самолета. Херы ты орешь! Это ни хера не поможет! Действительно, то ли дело это делать с перчаткой Таноса. С перчаткой бесконечно. Вот и живи со своими драконами, а мы пойдем против одного воевать. Савардо. Слоу плюс реверб. Вапорвейв. А почему, кстати, остальные не могут обладать щелчком Таноса?
А? Чем плоха Астрид? Да. Ну да ну, а как он тогда одеяло стянул? И у него полтела нет, кстати. Или у него так... А, не, у него так было. Но ко второй части у него будет... А, или в первой... Нет, первая часть. Не, ну реально музыка напоминает это. Сан-Франциско. Надо, короче, это... Есть у Касса шортс с этой анимацией, по-моему, если я не ошибаюсь. Или, по-моему, я у кого-то видел. У него есть шортс с этой анимацией? Да, у него есть шортс с этой анимацией. Вот, гринскрин, который потом превращается в блюскрин. Вот, можно будет взять этот гринскрин и на него наложить Сан-Франциско от Кармайн. Потому что, ну реально, музыка, если прислушаться, она очень похожа на именно песню Кармайн. Вот, ей-богу. Ну а так, чё, я лайк поставил, кстати. Забыл совсем. Вот беда. Вот беда. На остальное мы смотреть не будем, потому что на Кунг-Фу Панду можете посмотреть отдельную реакцию. И на Мадагаскар тоже отдельную реакцию. Причем здесь, судя по всему, он решил зацензурить момент с фуд-фетишем от Морти. От Морти. Морти. Рик и Морти. Нет. От Морта. Вот. Потому что на него вроде как прилетел 18+, если я правильно понял. На меня, на мой ролик почему-то 18+, не прилетел. Вот. Поэтому бывает и такое. Возможно, просто потому что там мало просмотров, и поэтому я остался незамеченным. Who knows? На этом все.